Следственный комитет изучает обстоятельства инцидента в Гальяново. Там неизвестные заманили 3 подростков в подвал одного из домов и заставили копать. Как выяснилось, яму под бассейн будущей сауны. Принудительные работы продолжались несколько часов, пока один из школьников не притворился, что ему стало плохо. Под обманным предлогом ребятам удалось сбежать и рассказать о случившемся родителям. В настоящее время в следственный отдел доставлены 3 мужчин, которые проверяются на причастность к совершению преступления. Расследование продолжается. По данным следователей, дети не пострадали. Сейчас они, а также владельцы помещения, дают показания. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.